Мы вновь в эфире. Лидерские качества развивают у молодых казахстанцев. В прошлом году в стране запустили пилотный проект «Академия лидерства». Первыми его участниками тогда стали школьники из Шымкента, Туркестана и Туркестанской области. Моя коллега Карлыгаш Минаякова продолжит. В течение года 12 тысяч школьников из 50 школ проходили тренинги вместе со своими учителями. По завершению обучения более 200 самых лучших учеников Туркестанской области прибыли на форум в Алматы. Я очень рад, что мы прибыли на этот форум. Во-первых, я здесь приобрел много новых друзей, которые тоже хотят стать лидерами. Ведь у меня очень много целей и планов. Эта программа, в которой я принял участие, помогла мне свободно выражать свое мнение, общаться со сверстниками. Я уже знаю, как можно стать лидером, работая в команде. Академия лидерства помогает детям развивать и совершенствовать навыки общения, которым не учат в школе. Работать в команде, выступать на публике, планировать и управлять своим временем. Навыки, полученные в результате прохождения лидерского курса, могут помочь учащимся проявить себя, показать свои таланты, а также пробудить желание достичь более высоких результатов. Важно осознать, что сегодняшние школьники, завтрашние лидеры общества, считают разработчики проекта. Мы для всех здесь, на этом форуме, проводим и тренинговые занятия, которые расширяют как познание, да, ребенка, навыки какие-то, общение с большой группой людей. У нас проходят мастер-классы, опять же, специалисты хорошие на различные темы. Там есть и медиаграмотность, финансовая грамотность, и искусство презентации. То есть достаточно много блоков. Этот проект рассчитан на 5 лет. Его бюджет составит $5 миллионов США. В течение этого времени к проекту присоединятся школы Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Алматинской областей. Карлыгаш Минаякова, Абен Рымбаев, Хабар 24.